Девчоночки, давайте посмотрим, что будет в ближайшие 3 дня. Смотрим на картах Ленорман. Карта гроб. Какой-то тупик, какая-то тупиковая ситуация, из которой вы, кстати, очень круто выходите. Это отлично. И вы будете ставить с кем-то точку, девчонки. Тут про то, что вам нужно что-то завершить. Возможно, какие-то отношения, которые, в принципе, вас уже давно-давно не устраивали, да, потому что у вас совершенно другие планы на жизнь. И по десятке, ну, это всегда конец. Да, с мужчиной, девочки, кто-то ближайшие 3 дня закончит отношения непосредственно с мужчиной. Да, потому что там раскроется какое-то предательство, которое длилось уже очень-очень давно. И вы будете как раз вести эти переговоры, и в конце концов, скорее всего, что выяснится, что он куда-то ходил к какой-то женщине. И, возможно, эта женщина даже ваш друг. Поэтому, девочки, тут очень такой поток. Эта вся ситуация пойдет вам во благо и будет исполнение каких-то ваших желаний. Но решать проблемы с домом, с семьей надо, потому что здесь реально у вас идет какая-то кармическая отработка, девчонки. Так что ближайшие 3 дня очень внимательно наблюдайте за собой, наблюдайте за событиями. И если будет нужна моя помощь, пожалуйста, напишите.